Современную жизнь сложно представить без интернета. Без него не обойтись не только в офисе, но и в домашних условиях. А ведь совсем недавно никто и не предполагал, что очень популярной станет такая услуга, как домашний интернет. Под этим термином предполагается подключение к сети квартиры или частного дома. И тогда в любое время можно выбирать нужную информацию, смотреть фильмы или слушать музыку. Это дает возможность общаться с друзьями в режиме реального времени. По-разному. Я не знаю, так точно не могу сказать. Смотря как у меня занятия, учеба и когда свободное время, если я нахожусь не в городе, не гуляю, тогда могу проводить время в телефоне. Вот как и у всех, у вас тоже, наверное, дома проведен интернет. Каким интернетом вы пользуетесь? Абаза Телеком. Вот сколько вы кладете в месяц на счет? 1000 рублей вроде бы. Не повысился тариф? Даже не знаю, пока вроде бы нет. А скорость интернета и качество какое? Нормально, хватает. Интернет в Абхазии появился в 2001 году, и им пользуются не более 1/3 всего населения страны. Самые популярные в республике провайдеры беспроводного интернета – это Абаза Телеком, провайдер-система Ахом Интернет. Безлимитный интернет на месяц стоит недешево, зато работает бесперебойно. Зона покрытия включает все крупные города и курорты, но в маленьких поселках могут возникнуть проблемы. Мы пользуемся системой. В целом я довольна этим провайдером, мы не первый год уже им пользуемся, но, конечно, расстроены тем, что цены повышаются. Было бы лучше, если они остались на прежнем уровне. Вот, ну, как есть. Мы смиряемся с данной ситуацией. У меня дома очень плохо работает интернет, и вообще непонятно, с чем связано повышение цен. Хорошо, если бы интернет работал так же хорошо, как и их цена, но... На всех тарифах трафик на ресурсы локальной сети не тарифицируется, не ограничивается и предоставляется на скорости до 1000 мегабит в секунду. С 1 декабря тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ выросли на 30%. Однако повышение цен коснулось не всех районов Абхазии. Я с системой пользуюсь. Как давно? Ну, уже почти 3 года. Довольны ли вы? Да, этим? Я доволен, нормально. У нас нормально все работает, все хорошо. У нас цена тоже не подорожала, ничего, нормально. А сколько вы платите в месяц? У нас 1000 рублей в месяц идет. Угу. Да. А качество услуг? Нормально. И скорость тоже хорошая. Для изучения ситуации мы обратились в столичный центральный офис интернет-провайдера «Система», где нам отказали прокомментировать сложившуюся ситуацию. На официальном сайте провайдера размещена информация для абонентов. В опубликованном оповещении отмечается, что стоимость абонентской платы компании «Система-провайдер» на тарифе «Домашний 40» и «Домашний 60» с 1 декабря вместо 900 и 1000 рублей составит 1300 рублей. На тарифе «Домашний 20» вместо 750 рублей – 1000 рублей. Изменения касаются города Сухум, Сухумского, Гулрыбшского, Ачемчирского и Галского районов. Также в комментарии нам отказали Абаза Телеком и Ахом. Следует отметить, что на сайтах данных провайдеров беспроводного интернета также опубликована информация для пользователей. К примеру, на сайте Абаза Телеком отмечается, что в связи с увеличением стоимости материалов и затрат на обслуживание оборудования с 1 декабря изменились условия на текущих тарифных планах Абаза Телеком для частных и квартирных домов. Из-за увеличения стоимости материалов и затрат на обслуживание оборудования с 1 декабря изменились условия и на тарифных планах АХОМ для частных и секционных домов. Об этом говорится на сайте провайдера. Формула А100 – единый тариф для абонентов формулы А45 и формулы А100. Абонентская плата – 1200 рублей в месяц. Скорость повысится до 100 мегабит в секунду. Количество ТВ-каналов – 420. Тариф формула А25 ушел в архив. С 1 декабря абонентская плата на различных тарифах составит от 1000 до 2000 рублей. Для новых абонентов АХОМ с 1 ноября действует новая линейка тарифов. Шазина Ханагу, Адиса Сагари, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.